На сегодняшний день мы подготовили стены в парадной для укладки керамогранита. Также по всему периметру здания мы установили сливы на парапетах. На январь у нас по плану монтаж системы пожарной безопасности, монтаж освещения в подземном паркинге. И также сегодня привезли первую партию квартирных дверей. И сегодня мы приступаем к их установке. Обращу внимание, что двери очень хорошие по наполнению. То есть внутри заложен утеплитель, минеральная плита плотностью 60 кг на метр кубический. И внешний слой металла, который граничит с МДФ-накладкой, он еще изнутри проклеен вибропластом.